Всем доброе утро. Сейчас 8 утра, и у меня завтрак, овсяная кашка на миндальном молоке с добавлением сухой клюквы, семенами льна, миндаля, киви и черный кофе без сахара с миндальным молоком. Я ее делаю уже не первое утро, именно вот в таком составе. Вчера пропустила из-за хачапури, естественно. Ну ничего, каждое утро взвешиваю, все нормально. В принципе, могу сказать сразу, особенно те, кто смотрит для того, чтобы только поучить и сказать, это не диета, смените диетолога. Это не ПП, смените нутрициолога. Дорогие мои, могу сказать вам с первой секунды о том, что я сбросила 4 килограмма, особо не парясь совершенно и не занимаясь никаким спортом. То есть только то, что я уже начала заниматься по истечению сброса минус 4 какими-то упражнениями, и то эти упражнения больше мне нужны для спины, не для похудения. Конечно же, это полезно не только для спины, но сам факт. То есть утром углеводы, жиры обязательно тоже должны присутствовать. Естественно, они должны присутствовать не в вечернее время. И как бы миндаль, фрукт тоже в первой половине дня. Типа, в чем проблема, я не могу понять. Мне там девушка одна написала, но правда в коротком видео, не в таком. Это нельзя, это нельзя, это нельзя. Там жиры, там углеводы, там то, там это... А я такая думаю, окей, по ее мнению, у меня сложилось ощущение, что я должна пить только воду. Алло, так будет анорексия, а не просто привести себя в порядок. Ну, наверное, сама просто нифига не делает. Обычно люди пишут те, которые сами ничего не делают, нифига не понимают и даже не пытаются. Так что, ребятки, всем хорошего денечка, утречка. У кого сейчас вдруг завтрак, не знаю, кто меня во сколько когда смотрит. Всем приятного! Погода пытается как-то распогодиться, вроде солнышко, птички поют. Вроде даже на солнышке и тепло. Я не знаю, у меня, наверное, вот эти вот несколько дней, то есть третий день, есть предположение, что вот пониженное давление, с учетом того, что сегодня, ну, девочки поймут, наверное, еще понизилось давление. Короче, не очень прикольно по состоянию. Такая какая-то апатия, ничего не хочется. Несмотря на то, что солнышко вышло, знаете, типа дождя нет, но тучи есть. И я думаю, даже будет дождик. А может, сегодня-завтра не будет, бог его знает. Посмотрим. Не знаю. Но состояние мое желает лучшего. Явно. Туда. Так что пропустил. Дяденька, молодец. Вот мне уже жарко все. Мне то холодно, то жарко. И еще же говорю, состояние, блин, вообще, как будто меня через мясорубку перекрутили и выплюнули. Еще. Еще эти дни получается в квартире в основном, да, не на воздухе, это тоже сказывается очень, когда мало воздуха. И даже в квартире особо проветрить невозможно из-за того, что постоянно льет дождь, как бы забивается. Это вода в окна. Ну, такое. Вот так, в лужу, нормас. Развлечение. 1:20 дня. У меня сегодня вот такой вот овощной с фрикадельками из индюшатины, из индейки. Фрикадельки. И съем я этот супик
с кусочком цельнозернового хлеба. А то я как-то месяц уже, походу, без хлеба сижу. Что-то мне захотелось уже хлеба. 4 часа приготовила себе на перекус запеченное яблочко, зеленое с творожком и грецким орехом. И где-то 1/2 чайной ложки добавила сиропа кленового. Ну что ж, друзья, сейчас 7:20. И сегодня на ужин я приготовила себе здесь листья салата, огурчик, отварила яичко. Креветочки обжарила буквально 2 минутки, заправила все соусом из дижонской горчицы, лимонного свежевыжатого сока, оливкового масла и капельку добавила прованских трав и сверху черный кунжут. Также сделала себе зеленый чаек. И сейчас буду смотреть сериальчик под такой замечательный вкуснейший ужин. Так что на этом заканчиваем. Всем большое спасибо за ваши просмотры, за ваши комментарии. Подписывайтесь дальше на мой канал, ставьте палец вверх. И всем пока-пока!